Дело было в конце 90-х. Так получилось, что за открытую критику власти и своих сослуживцев решили опального мента сломать на зоне. Когда его доставляли в зону, то специально подсадили к нему лидеров ЭПГ, которых он в той или иной степени преследовал в рамках уголовного процесса, либо сажал в тюрьму. Тут началась буча. Эти самые бандиты в цепях, с наколками, закричали: «Братва, да с нами легава едет, и давайте-ка его хорошенько отметелим, а может и еще чего интересного с ним сделаем». Но тут в разговор вступает вор в законе. «Я слышал о тебе, парень. Ты честный офицер. Ты против системы пошел. И пока я здесь, тебя никто не тронет». Далее вор в законе спрашивает: «Как вообще на этой зоне, ребята? Вы живете?» В ответ заключенные говорят: «Да там одни пиковые». Речь, скорее всего, шла о чеченцах и других членов бандформирований, которые доставляли в наши тюрьмы в течение всей Первой и Второй Чеченской войны. Далее вор в законе сказал, что в тюремном мире все по-своему несчастны, и он не разделяет на пиковых или на белых, по цвету кожи, по расовому признаку, по вероисповеданию.